елозит крышка. Куся. Я умница. Что-то намешала ему. Получается, корм собачий корм. Водичкой. И капнула этого. Немножко жиденького корма. Покажи мне эту картинку. Капельку брать для запаха. Ты его корм покажи, и то, что капнул для запаха. Покажи его корм, а я для запаха потом. Корм достань его, на камеру я покажу. Да, ребенок кушает без нас. Сейчас он кушает вот такой корм. Ему там размочили в водичке. И для пущего аппетита добавили пару капельку вот такого жидкого корма. И у него сразу появился аппетит. Если он просто корм, размоченный водичкой, не особо ел, то капелька волшебной химии из этого собачьего корма сразу поднимает аппетит. Прекрати гавкать. Вот такие вот мы едоки. Ну нет, он загнал все в уголочек крышечки. И сейчас это с уголочков вылизывает. Нет, я еще хочу поснимать, когда он все доест. Как он старается. Ну, может быть, все и не доест. Сколько доест, столько доест. С крышечки помогает. Да не надо, пускай старается. Он уже, он кабачка какой. Вот такой он, смотрите, какой он кабасик. Это его хвост, как у настоящего шпицуля на спине. Вот такой пушистик, распушистик. Что ты нервничаешь? Ты хочешь сожрать у него все, что он не доел? Все тебе отдадим. Ты готова сожрать первое? Тоже хочешь вкусного? Нет, ты хорошо ешь свой корм. Давай, давай, старайся, дружище. Давай, держу, а ты. Да ты руки не лежи. Да, ему, наверное, можно и порцию поболее замешивать. Сейчас 4 штучки, по-моему, или даже 5. Это 4 зернышка? Или даже 5. Ой, ты какой. Ой, ой. Эй, лови, сейчас насикает где-то наверняка. Видно, пошел делать. Делать грязное что-то. Дело. Водичку я ищу. Ну все, ну такие у нас. Сегодня какое у нас получается число? 17? 19? Это получается ему уже 1 месяц и 5 дней. Нет, 7 дней. 5 недель нам уже.